Музее истории Белгородского госуниверситета прошла лекция Александра Крылова, академика Российской академии художеств. Слушателями стали более 100 человек. Это студенты Педагогического института НИУ БелГУ, Белгородского государственного института искусств и культуры, преподаватели и сотрудники университета. Александр Константинович познакомил участников встречи с историей Императорской академии художеств и русской культуры, представил свои работы и работы учеников. В завершении он передал в дар Музею истории университета свои картины. Эти работы посвящены Белгороду, изображены святыни белгородской земли. Я писал Прохорово поле, это святое место русской славы, воинской в том числе, и вообще русского духа. Вот. Я писал окраины Белгорода. У меня предки южные по линии отца, тоже из казачьих мест, и поэтому все, что связано вот, с казачьей жизнью, с освоением русских земель, не в такое далекое прошлое, меня это касается как-то сердечно. И я пишу эту уходящую Русь, вот эти уходящие казачьи домики на окраине Белгорода с трепетом. Музей истории университета участвует в реализации программы стратегического развития «Приоритет 2030». Запланированы ряд мероприятий, одно из которых – выставочный проект «Два академика». Выставка приурочена к 20-летию Музея истории и откроется 20 октября. На данный момент к нам приехали картины, которые лягут в основу нашей выставки, да, будут представлены. Это 10 работ, на которых есть в том числе и пейзажи наши белгородские. Для нас это особо ценно и важно, потому что как раз вместе с ним, работая, мы стараемся сохранить и то историческое наследие, которое связано не только с нашим университетом, но и связано с нашим городом и с нашим регионом.